На улице братьев Кашириных в районе дома номер 99А водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Ford Fiesta, не справился с управлением. Выехал за пределы проезжей части вправо и совершил наезд на пешеходов, находящихся на остановочном комплексе, с последующим наездом на торговый павильон. Молодой водитель сдал на права летом прошлого года 7-го раза. Кроме того, он уже привлекался сотрудниками ГИБДД за различные нарушения.